Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами проектом. Он только стартовал. Называется проект 9 Platforms. Вход сюда, друзья, всего лишь 9 рублей. 100% в партнерскую сеть. Две параллельные программы. Единая активация. Так, перелив. Перелив и еще раз перелив. Значит, как я сказала, вход в первую платформу 9 рублей. Здесь лично приглашенная первая линия. Здесь вторая линия. Значит, доход без перехода 45 рублей плюс 9 рублей. Доход с переходом 18 рублей плюс 9 рублей. Ну и так далее. Посмотрите, потому что здесь мы автоматически с первой платформы переходим на вторую платформу. Со второй платформы переходим на третью платформу и так далее. Так, что у нас здесь? Стоимость первой платформы всего 9 рублей. Моментальный вывод средств на Pair. Автоматический реинвест и переходы по платформам. Автоматический принудительный перелив. Вот такой вот проект. Вопросы и ответы прочитаете. Давайте перейдем к регистрации. Я еще вот только зашла в сеть, вот меня пригласили. Значит, здесь пишем так, имя. Ага, можно на русском языке. Ну, так. Pair кошелек прописываем. Проверяем. Так, фамилия, адрес электронной почты, пароль. Вставляем повтор пароля. Разгадываем капчу. Подтверждаем. Так, пройти регистрацию, успех. Окей. Я попала в кабинет. Сразу. Так, нет, не сохранять. Значит, ну что у нас здесь? Баланс, личные партнеры, общий доход, платформы. Значит, пополнение, вывод. Сумма пополнения. Так, это Pair Free Cash, а здесь вывод. От 9 рублей всего вывод. Так, перевод партнеру, пин-код. Ну, здесь такого больше нет. Ничего, значит. Здесь что у нас? Так, ага. Основные данные. Имейл. Фамилия, имя, ваш Pair кошелек. Смена пароля. Социальные сети. Я обязательно потом добавлю. Так, другие. Можно Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, личный сайт. Другие функции. Что у нас? Ага, установить пин-код для внутренних переводов. Понятно, мои партнеры. Находится партнерская ссылочка. Я свою оставлю под видео в описании. Далее, мои платформы. Так, первая 9 рублей, вторая 27,81. Так, мои операции. Здесь еще ничего нет. Мои настройки. На это вот информация. Сейчас задаваемые вопросы. Я возвращаюсь в мой кабинет. И я хочу пополниться на 117 рублей. Я зайду сразу на 3 платформы. Так. Pair. Вроде я правильно подсчитала. 9 плюс 27 плюс 81 рублей. Подтвердить. Вы же, если захотите, просто на 9 рублей заходим и автоматически уже будем переходить из платформы в платформу. Поставлю на паузу и после продолжу. Удачная оплата. Переправляю через несколько секунд. У меня на балансе 117 рублей. Значит, мои платформы.
Так, нужно активировать. Активировать платформу за 9 рублей. Вот здесь кликаю «Успех». Так, происходит активация. Подождите, вот столько секунд. Ну, поставлю опять я на паузу, подожду. Прошел отчет времени. Следующая платформа за 27 рублей. Кликаю «Активировать», «Успех». Обновляется страничка. 5 секунд. Я опять поставлю на паузу. Вот у меня активно, активно. Подождем. Так, активировать платформу номер 3 за 81 рубль. Кликаю «Активировать», «Успех». Сейчас опять пойдет уже отчет времени. Активно. Вот у меня 3 зелененьких. Вы же, если захотите зайти, заходите только на 9 рублей. Не тратьте деньги. Потому что, ну, каждый отвечает за свои денежные средства сам. Далее, что еще у нас здесь есть, друзья? Служба поддержки. Внутренний чат. Можно общаться. Написать сообщение и пишите. Так, рекламные сервисы и промо-материалы, друзья. Ага, в разработке. Ну что, я возвращаюсь в мой кабинет. Также на главной страничке присутствует реферальная ссылочка. Вот такой вот, друзья, проект. Вот. Кому интересно, присоединяемся. Вывод, естественно, буду писать видео по выводу, делиться своими результатами. И вот у меня показано 3 платформы. Всем удачи, больших заработков. Приглашаю в замечательный проект. Будем работать, зарабатывать. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.